Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня снова серия на проекте Amazing Holy Play. Это второй сервачок, это новый сервер, на котором я начал играть. Все ссылочки есть, как всегда, в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Но в этом ролике, пацаны, я буду делать свои первые рейсы дальнобойщика. То есть видос реально будет очень интересный, потому что, как бы, новый сервак, и это будут мои самые первые рейсы просто. Самый первый рейс, который я сделаю. Да и, в принципе, я вам покажу, сколько здесь работает дальнобойщик, там компании там и так далее. То есть видос реально будет, пацаны, максимально интересный, поэтому от вас я хочу видеть максимальную поддержку. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Также всех вас я приглашаю играть вместе со мной, потому что, пацаны, будет реально круто. Семью мы уже создали, особняк купили, машину купили, то есть все, пацаны, реально по красоте. Поэтому если вы хотите начать играть, то я вас жду на втором серваке. Также можете брать мою фамилию Полканов, я вам буду очень сильно благодарен. Ну и, конечно же, не забывайте приходить на стримы, потому что там я буду развиваться, буду качать также скилл дальнобойщика, потому что сегодня, пацаны, будет реально начало моего пути до 100-го скилла дальнобойщика. Поэтому, я думаю, за это можно, конечно же, поставить лайк, подписаться на канал. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, вот мы подъезжаем, получается, к базе дальнобойщиков. Я именно первый раз сейчас буду вообще устраиваться дальнобойщиком, потому что я только, получается, вчера качал 8 уровень, и у меня задание, это, получается, сделать 10 рейсов на дальнобойщиках. Я прохожу квесты, получается, у меня вот такое вот задание, мне нужно его выполнить, и как раз, пацаны, мы сегодня только устроимся и сделаем 10 рейсов для этого задания. Я думаю, пацаны, это максимально круто, то есть я вам всем просто советую проходить квесты, потому что именно с помощью квестов я просто за 3 дня прокачал свой уровень. Поэтому, пацаны, я вам тоже всем просто советую проходить квесты, потому что по сути они легкие, вы можете, как бы, и донат заработать, и опыт заработать, спецочки там и так далее. То есть реально я вам просто всем советую проходить квесты. Итак, пацаны, просто реально этот день надо запомнить, потому что сейчас я буду устраиваться на работу дальнобойщика. Я устроился, пацаны, дальнобойщиком. Нам нужно сейчас арендовать машину для задания. Я так чисто по приколу ее арендую. Вот так возьму, просто арендую. Опа. Все, мы задание, в принципе, выполнили. А работать я буду, пацаны, с своей машинки. Какая-то машинка, я думаю, вы по превью, скорее всего, догадались. А может быть и не догадались. Короче, у меня есть своя машина, на которой я буду работать дальнобойщиком. То есть мне вот надо было сейчас арендовать машину, чтобы выполнить задание. Теперь осталось мне сделать 10 рейсов. То есть дальнобойщиком я уже устроился. Давайте пропишем /дально. Посмотрим вообще, сколько здесь компаний. Мне вот это очень интересно. Так, всего 3 компании, да, получается. 795 рейсов, мороз. Но у нас план, пацаны, тоже есть купить свою компанию. Да, я об этом не хотел, конечно, говорить, но у нас в планах реально есть купить компанию, и, скорее всего, когда вы смотрите это видео, то мы уже купили компанию. Поэтому, пацаны, будем реально здесь развиваться. То есть семью мы купили, компанию мы купим, и будем просто развиваться в данном проекте. То есть я вас всех реально жду. Вот жду просто каждого, у кого есть желание, кто либо играет, может, там переведется, либо хочет начать играть. Пацаны, я вас всех жду здесь. Особняк есть, буду всех принимать. То есть у вас будет транспорт, чтобы ездить. Чем сможем, тем будем помогать. Будем сидеть еще и общаться в дискорде. Поэтому всех реально зову играть на второй сервак, где играю я. Ну что ж, я готов вам показать данный автомобиль, на котором я буду работать. Скорее всего, многие уже догадались, это, пацаны, Газон Next. Потому что, по-моему, я его на стриме покупал. Возможно, я ошибаюсь, но, по-моему, да. Я его покупал на стриме, поэтому многие, в принципе, знали, что это за машина. Конечно, здесь ничего особенного, в принципе, нету. Потому что, ну, это почти полностью стоковая машина, пацаны. То есть, госка у него 10 миллионов, целостность 100%. 4 владельца, и стоит только здесь, получается, первый чип. Ничего другого в нем нету. Купил я его за 21 миллион рублей. Как бы, ну, попробуем, пацаны, поработаем. Просто я считаю то, что для меня газон будет получше, потому что не нужно будет там запариваться насчет прицепа. Просто там на метку заехал, и все. Так, давайте вам покажу скилл, то, чтобы вы видели то, что у меня скилл вообще первый. Фух, пацаны, реально жестко просто, понимаете? Скилл с нуля качать, это жестко, но ничего страшного, пацаны. Будем пробовать, будем качать. Так, давайте посмотрим, в порту нету рейсов. Бля, ну я думал, будет попроще, пацаны, потому что хочется, как бы, рейски покатать. Так, вот, на этом, на базе, получается, есть рейсы первого скилла. Давайте тогда поедем на базу, и там уже возьмем свой первый рейс, пацаны.
Ну что ж, сейчас мы будем брать свой самый просто первый рейс. Вот видите, просто я сейчас советку заезжаю и иду дальше. То есть я газон купил из-за того, что он мне будет экономить много времени. Мне придется там цеплять прицеп, он у меня там не будет улетать. То есть, мне кажется, для того, чтобы качать скилл, газон подходит больше всего. Во-первых, на газоне просто нету комиссии. Во-вторых, на нем нету прицепа, вы просто заехали на метки и уехали. И по сути, максимальная скорость у него с первым чипом такая же самая, как и у Магнума. Даже чуть-чуть больше. И если сюда поставить третий чип, то он будет ехать 201. Возможно, в будущем я это сделаю. То есть я планирую свой сотый скилл качать пока что на, получается, газоне. Возможно, потом, когда у меня появятся деньги, я уже куплю себе Магнум. Но пока что я буду чисто работать на газоне и на нем зарабатывать деньги и с нуля качать свой скилл дальнобойщика. То есть я на личном примере вам покажу, как можно быстро прокачать скилл. Не знаю, если вам понравилась такая темка с дальнобойщиками, то возможно будем дальнобойщика снимать, либо там, допустим, какую-то рубрику «Путь до сотого скилла», либо еще что-то. Поэтому все зависит только от вашей активности. Ну что ж, дамы и господа, я просто подъезжаю к своему завершению первого рейса, пацаны. Понимаете, начало уже подано, просто первый мой просто, мать его, рейс. Первого скилла рейс найти максимально просто сложно. То есть я вижу то, что в Южном есть, но в Южный, конечно, далековато ехать, пацаны, очень далеко ехать. Ладно, поехали тогда, я думаю, в Арзамас. С Арзамаса же поедем, я думаю, на склад. То есть хорошо то, что у меня хотя бы есть своя машина. Я просто не представляю, если там на ТК-шной машине ездить, но она же как бы намного медленнее. И то есть, ну это реально жестко. А так у меня хотя бы есть газончик. Да, он как бы не особо быстрый, но зато как бы удобно на нем работать. Конечно, хочется там уже Магнум с третьим чипом, нитро, но пока что буду работать на газоне, хочу до нового года, пацаны, вкачать 50-й скилл дальнобойщика, надеюсь то, что у меня это получится, буду стараться, короче, буду катать максимально короткие рейсы, то есть газоны здесь, кстати, не особо дорогие, я вот видел то, что на 01, там, где я раньше играл, продают газоны по 30, по 35 миллионов, а здесь газон можно купить там за 20 миллионов даже спокойно, в плане там магнумов и газонов цены очень даже адекватные, потому что даже магнум с нитро можно купить за 19 миллионов. То есть это реально очень хорошо. Поэтому в плане дальнобойщиков здесь обстановочка реально хорошая. Да и в принципе дальнобойщиков не особо и много. Тем более личек вообще особо немного. То есть личек реально не так уж и много. Там, наверное, штук 15 максимум. То есть поэтому реально очень комфортно здесь работать дальнобойщиком. То есть по сути много рейсов. Просто был бы у меня скилл, я бы здесь, пацаны, просто реально кайфовал бы. Потому что здесь рейсы реально очень кайфовые. Их очень много. Здесь рейсы как бы всегда есть. Они не заканчиваются, то есть это реально очень хорошо. То есть да, пацаны, вот с первого скилла, конечно, рейсы возить, ну реально сложно, очень сложно, но буду, пацаны, стараться, буду качать скилл, поэтому не переживайте, как бы я думаю, я смогу, пацаны, я реально смогу качать скилл, реально буду стараться, буду катать, работать, реально, пацаны, вы сейчас наблюдаете, вот именно самое просто начало моей истории дальнобойщика, прям самое начало ее зарождения, то есть мне кажется, это максимально круто, и я решил об этом записать видео, потому что, ну все привыкли, знаете, то, что у меня там был сотый скилл дальнобойщика, то, что я там работал, зарабатывал 700 тысяч, ебать, за час, а здесь я просто реально качаю скилл с нуля и зарабатываю, в принципе, вообще небольшие деньги. Но зато своим примером я вам покажу, как можно реально прокачать скилл и то, что это возможно вообще. Так, здорово, здорово, пацаны. Чисто дальнобойщик, ебать, залетел, все. Я теперь в тусовке дальнобойщиков, пацаны. Все красиво вообще, все по кайфу. Ну что ж, дамы и господа, я вам решил не показывать все рейсы, я вот сейчас завожу свой 10-й рейс для того, чтобы выполнить задание, то есть на самом деле я понял наконец-то фишку, то есть реально это очень удобно, вот список всех контрактов, которые мне доступны, то есть когда вы качаете скилл, это максимально удобная темка, потому что я сразу не понял, как ей пользоваться, а вот сейчас я такой думаю, а зачем я типа постоянно ищу рейсы, если можно просто открыть общий список рейсов, которые мне доступны и все, понимаете, то есть в этом ничего сложного нет. С этой панелькой, пацаны, катать рейсы и качать скилл максимально просто удобно. То есть я вот сделал ровно 10 рейсов. Скорее всего, я думаю, я сегодня уже второй скилл спокойно вкачаю. Может быть даже там 3, 4, 5 там и так далее. То есть буду реально хорошо работать. Поэтому мне реально, пацаны, все по кайфу. Буду вас всех ждать на втором серваке. Повторюсь, то что семья есть, компания будет. То есть все условия для вашей игры есть. Поэтому кто желает, приходите, играйте вместе со мной. Все ссылочки есть в описании под видео. Всем пока-пока.